Всем доброго времени суток. Сегодня у нас такая небольшая распаковка. Прибыла посылка с моего любимого Владикавказа. Сейчас буду распаковывать и вам показывать. Юля, Алексей, спасибо вам большое. Я думаю, что все приехало в целости и сохранности. Одной рукой не получается открыть. Сейчас. Мне тоже интересно вместе с вами открывать и смотреть. Упаковали на совесть, старался Алексей. Сейчас. Смотрите, какая красота. Вообще, я даже не ожидала такую прелесть увидеть. Орел. Юля, спасибо огромное, мне очень приятно. Я вообще люблю посуду, а старинную вообще обожаю просто. Смотрите, какая прелесть. Старинный такой кувшинчик, темно-синий. Я же вообще люблю вазочки, кувшинчики. Орел наш красавчик. Может, когда-нибудь у меня появятся еще рыбки Советского Союза. Посмотрите, какая хрупкая, красивая ваза. Наверное, конфетница. Очень хорошо упаковали. Все целое. И все нормально доехало. И вот такая красивая конфетница. Каких-то знаков я тут не вижу. Сейчас посмотрю. Тут есть знак ЛФЗ. Второй сорт. Просто красота. Теперь я богатая. У меня есть что-то из Советского Союза. А здесь звонка нету. Что-то тут начеркали и все. Пирог показывать или нет? Просто обожаю выпечку из Владикавказа. Кондитерский дом Анечка. Ох ты ж, какая прелесть, посмотрите. Это будет необыкновенная вкуснятина. И вот такая похлеба. Вкусная, свежая, с орешками. В баночке все вкусно. Здесь есть номера телефонов их. В общем, большое спасибо за такие красивые подарки. Мне очень приятно. Всем приятного просмотра. И спасибо добрым людям. Вот такая нежность теперь у меня будет в коллекции. Все, пока-пока, друзья. Если подпишетесь на канал, буду очень рада.